Ты где? Кто эта тварь ходит? Это я хожу. Я прыгаю. Это ты? Какой? Самолет? Пойдем. Военный, вам капец. А кто там стоит? Смотри, он тоже самолет. Это свой. Ой, блядь. Ой. И вот он прилетел. Наружно, лицом к стене. Два самолета. Ну мы за грибами шли. Грибки, значит? Да. Говори, зачем пришли сюда. Да это... Я папу искал. Он меня где-то здесь просто гуляет. За ним. За мной пошли оба. Ясно. Попробуйте достать свое оружие. А тут же будет это, деревня самолетиков. Я и говорю. Аэропорт. Вы этот, осторожнее, а то что-то туманно сегодня. Вчера было вроде туман. Поэтому... Хорошо. Смотрите в оба. Ну, поняли, погода нелетная. О, я хочу. Как мы летаем? Пошли полетаем по Миху. Ты главное помнишь, что сколько за нами военные прилетят. Ничего, 24 часа. Как мы быстро убежали. Я покажу наши реакции. Там радиация жжет. Это верно. Пизда, пизда! Чего ты? Я сильней! Нет, я вижу пинок. Помоги! А чё такое арта вообще? Артефакт. Артиллерия? Артиллерия! Зомби, выходите. Из... Там что-то гигантское. Я побежал. Тихо. Я, блядь, не знаю, что это за звук был. Но это... Куда ты? Я здесь посмотрю. Тут есть туалет. Патроны, ну-ка. Хавай. Все для тебя. А что такое? Невидимость. Ага. Вот дверь. Проходи. Имей совесть, боже. Что это собак лает? Больше не лает. Больше не лает. Я че, прям так сильно похож на ботах себе, типа того? Ты тебя видел. Я купил по дешевке этот костюм, что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты с ним одежда. Пойду найду собеседника, паучу. Иди отсюда. Ты пьешь водичку? Водичка, кстати, полезна для обмена веществ. Я сейчас скажу тебе подробнее про вещества, которые входят в твою жидкость. Собаки, фас, фас. Собачь, а ты знаешь, кем ты, знаешь, будешь? Что такое свинец? Да, да, свинец. Меня прижало ваш костюм. Можете отойти немножечко. Я так понимаю, вы стоишь. А мне нравится, что мы общаемся на одном уровне, хоть вы и выше меня. Ой, боже. Ты убил его. Я не хотел. Ты убил его. Да я что знал, что ты такой сильный. Помогите. Чем дело? Мы здесь заперты с моим корешем. К-
пиздец, чё... Да мы... Я не могу её открыть. Мы тоже, мы выбрались, наверное, так. Логично. Позови кого-нибудь, кто это откроет, хренотень. Не знаю, свобода, она есть, может, она поможет. Там хлам надо продать. Да ты задолбал, мы сейчас тут от голода и жажды умрем. Я быстрее от банкротства умру, тут и РП 2000. Я привел помощь. Тут дед пернул, герметичность нарушилась, ничего не открывается. Я специально. Я знаю. Ну капец. Да, не то слово. Выломайте эту хренотень. Мы задыхаемся. У нас... Стараемся. У нас кончается еда, вода. А ИРП пакет стоит 2000, мы умрем от безденежья. На. Блять, самое худшее смерть на свете, я что-то... Срочно надо, надо их вытащить, срочно, это блядь. Все планы ученых, они хотят разбогатеть на нас. Тащи РПГ, тащи РПГ, блять. Зиоси. Ребят, сейчас, давайте я ознакомлюсь с дверью. Ты знаком. Давай, знакомься. Я ничего не обещаю. Узнай, как ее зовут. Девушка, вы свободны сегодня вечером? Девушка, в ней уже два парня. К чему одна? Сейчас будет. Блин, шлюха! Туда ее. Мога, тут это, сейчас подумать надо. Уйди отсюда, блядь! Уведите его от меня, он мне мешает думать. Когда это случилось? Так, все, передышка. Ёбаный. Пошатнулось, нормально. Мы свободны, мы свободны. Тащите. Да. Всё. Давай. Всё. Всё, давай, они выйдут. Заебись. Воздух. Халяву возьми. Какую халяву, где? Мне пиво дали. Я понял. Добрый день, мужики. Здорово. Добрый. Тело мой. Но вы меня не видели. Если что, меня здесь нет. Будет пиво, и я тебя не видел. О, ты тоже в тёмную почту. О, будет пиво. Иди-ка сюда. Это чёрный сталкер будет. Это белый. Да иди, уйди. Я могу, застрял! Куда ты лезешь? О, беги! Пожалуйста! Теперь, короче, смотри, какой у нас план. Заходим по одному, один на улице, другой в здании. О, видал, это вот про тебя вот в чате пишут. Это к нам пишут. С наших ПДА. Надо к технику еще подойти с кейсом, да? С кейсом, да. Только я не понял, как он работает. Причем мне сказали, типа, вот я открыл там документик, а ты только на ножичком это... Открой его, подковырни. Я такой подумал, наверное, выкинуть надо. И ножичком ударить. Я ударил, он пропал. Мужики, умираю. Помогайте. Дед, ты чего? Я надышался всякой гадости. И ты такой. Я похуже, давай помоги быстрее, сейчас откинусь. Он там пишет, он мне уже хп. Мне то же самое, блядь, было. Я написал, он там пишет, блядь. И ты когда сдохнешь, он будет писать, типа, накладывай жгут. Да шо ж вы такие неаккуратные-то, ёбаный. Док, скажите честно, он жить-то хоть будет? Голову-то ампутировать не буду? Ой-ой-ой-ой, блин. Блин, как больно. Мне это и нравится. Ебать, нахуй. Лежать, блин. Дед, ты че? Лежать, блин.